заставлял осужденных собирать пазлы, ремонтировать за свой счет душевые комнаты и сдавать в металлолом имущество исправительного центра. Бывшему начальнику Казанского исправительного центра номер один сегодня в московском суде огласили обвинительное заключение. Репортаж Алсу Ахмедзяновой. Так как я приехала с колонии, как бы на тот момент я уже 6 лет с лишним отсидела. И, обратно мне точно не хотелось. Напуганные тем, что вернутся вновь более строгие условия отбывания наказания, Ольга Колесникова и еще 3 осужденные женщины стали выполнять то, что требовал от них начальник исправительного центра номер один. Предложил собирать пазлы. Нужно было собрать 10 тысяч штук. За 2 недели где-то. То есть мы приходили с работы, где-то это было около 9 вечера, отбой у нас уже в 10. Где-то часов до 2 ночи, до 3, собирали. Собрали они, признается, всего 3,5 тысячи, и то за месяц. Собранные пазлы обвиняемый передает коммерческой фирме, получив за это чуть более 5 тысяч рублей. Согласно уголовному делу, 3 тысячи он отдал женщинам, хотя обещал гораздо больше. Остальное оставил себе. В октябре 2018 года, заметив, что в душевой сломался водонагреватель, стал требовать у одного из осужденных его починить, причем за свой собственный счет. Угрожая ухудшить условия содержания, моральным унижением, заведомо незаконно потребовал от осужденного Протасова провести ремонт в душевой комнате электрического водонагревателя, расположенной по вышеуказанным адресу. Об указанном законном требовании Бореева Протасов сообщил своей жене Протасовой М.Н. Стимулировал проведение ремонтных работ обещанием ужесточить режим содержания, если работа не будет сделана. В итоге заключенный потратил на ремонт более 13 тысяч рублей. А в ноябре того же года, согласно уголовному делу, он опять же руками осужденных сдал на металлолом изделия, принадлежавшие службе исполнения наказаний. Получил за это 34 тысячи рублей, причинив ущерб почти в 180. Сегодня в Московском районном суде мужчине зачитали обвинительное заключение и перенесли процесс, так как не все потерпевшие свидетели явились в суд. Свою вину обвиняемый не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Алсу Ахмедзянова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Вызов 112 – это главное происшествие Татарстана. Смотрите на нашем сайте и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!